И почему такие люди могут быть успешными? Вот эти мечтатели хреновы. По одной простой причине. Когда человек мечтает что-то сделать для людей, так, чтобы ему это нравилось, у него другая энергия. Когда у него другая энергия, он думает головой, он думает жопой, он думает позвоночником. Работает все тело. И он четко знает, что он все равно не пропадет. И он принимает самые нестандартные решения. И поэтому это люди номер один.